Действие закона о дальневосточном гектаре кое-где тормозит слабый интернет, но власти намерены предложить гражданам-заявителям беспроигрышный бумажный вариант. Об этом сегодня, 28 сентября, заявил во Владивостоке полпред Юрий Трутнев. В совещании также приняли участие региональные губернаторы, в том числе глава Якутии Егор Борисов. Юрий Трутнев рассказал об альтернативном варианте оформления гектаров в ручном режиме. Работники Росреестра по поступлению заявления подъедут на место, бесплатно снимут точные координаты гектара и внесут их в федеральную информационную систему, отметил федеральный чиновник. Кроме этого, подведены и итоги второго Восточного экономического форума. Его посетили представители 56 стран. Самые многочисленные делегации были из Японии, Южной Кореи и Китайской Народной Республики. По итогам форума, как подчеркнул Юрий Трутнев, подписано 216 соглашений на сумму свыше 1,5 триллиона рублей. Мы должны развивать весь Дальний Восток, должны дать людям возможность познакомиться с тем, какой он красивый, какой он творческий, что можно здесь сделать хорошего. То есть, по сути дела, передать частицу своей любви. Вот такая задача стояла, она реализована. Экспозиции регионов в этом году были достойными.